Финал чемпионата АСБ в дивизионе Москва вам представляет генеральный спонсор АСБ ОАО ЖД. Здравствуйте, уважаемые сети зрители! В прямом эфире Бизоны ТВ покажут вам финал чемпионата Москвы среди студенческих команд АСБ дивизион Москва, в котором встречаются МГТУ и МГАФ Малаховка. Наши комментаторы Алипко и Андрей Манзуров. Добрый вечер, дорогие друзья. Здесь Шорт Тринта, номер 49, снова в эфире. И начнем сразу, чтобы не задерживать вас, со стартовых составов. Антон, представим команды. Номер 4, Свиридов Данила. Номер 5, Старцев Михаил. Номер 6, Крайнов Станислав. Номер 7, капитан команды, Фомин Александр. Номер 9, Антонов Михаил. Номер 13, Вериченков Александр. Номер 15, Печерский Александр. Номер 17, Равчанин Адмир. Номер 18, Сахапкин Степан. Номер 22, Петросян Гер. Номер 25, Пересыпкин Дмитрий. Номер 34, Волконский Денис. Тренер команды Лаптев Анатолий. Помощники тренера Кармазинский Сергей, Ирзаев Тофик. Итак, Московский государственный технический университет имени Баумана. Сергей Ихукин, номер 4, герой полуфинала против Мобил. Номер 5, Мавзютов Никита. Номер 6, Гололобов Артем. Номер 7, Бугаевский Михаил. Номер 8, Сидоров Кирилл. Номер 9, Конов Михаил. Номер 10, Белов Кирилл. Номер 11, Юсуф Фарук, капитан команды. Номер 12, Вершинин Евгений. Номер 13, Пирогов Степан. Номер 14, Бондарев Константин. И 16, Решетников Игорь. Тренер Сизов Роман, помощник тренера Артем Кривков. Сегодняшнюю игру старший судья, судья ФИБА Давыдов Алексей. Судья высшей категории Островский Евгений. И судья первой категории Белоножкин Александр. Комиссар встречи Гончаров Александр. Все судьи представляют город Москва. Итак, скоро команды выйдут стартовым составом на площадке. Антон, как тебе полуфинал? Полуфинал очень интригующий. Последние минуты буквально этой игры, когда Рудольф Смит практически вырвал победу Мобилу, так же как Бауманка вчера реально выиграла победу, опять же, у Мобилу. Но Рубовке сегодня не получилось, им немножко не повезло. И они проиграли с минимальным отрывом в одно очко. Особенно мне запомнилась эта игра тем, что команды вот действительно умирали в защите. Посмотреть прессинг Рубовка Смита, который фактически все 40 минут прессинговал. Очень мощное нападение Мобилу. И фактически смог нейтрализовать Колчева Николая, самую... Посадить. Да-да, посадить, нейтрализовать. 5 фолов у того уже было к середине третьей четверти, что, несомненно, показывает заслугу защиты РКУФКа. Ну и совсем чуть-чуть не хватило в концовке, буквально немного. Если бы игрок РКУФКа, возможно, бросил бы со средней, а не стал бы идти под кольцо, возможно, встреча сложилась бы иначе. Но не сложилось. Сложилось так, как сложилось. Давай представим стартовые пятерки, наверное. Умгавка, да. Это номер 13, Вериченков Александр. Номер 15, Печерский Александр. Номер 6, Станислав Крайнов. Номер 7, Александр Фомин. И кто у нас там борется? Я не вижу. Старцев Михаил, номер 5. Гав выиграл подбор. Представим, да. Кто. Стартовый состав Бауманки. Вершинин, Фарук, Бугаевский, Сидоров и 13 номер. Это Степан Пирогов. Итак, игра началась. И сразу же первый фол. Номер 13 получил первый фол. Пирогов Степан. Сейчас Андер скинет боковой. Мяч получил Фомин Александр. Старцев Михаил. Перехват. Потеря. Бугаевский с мячом. Кого прессингует? Ну, плотно играет Гав в защите. Пирогов. Фол. И фол, да. Фол. Печерский Александр свалил на Пирогове Степане. МГТУ, звуковая линия. Бугаевский сбрасывает. Против Бугаевского играет Крайнов. Лучший снайпер регулярного чемпионата. И потеря у Бауманки. МГАВК. Но если мы будем говорить откровенно, МГАВК в этой паре, естественно, фаворит. Атака Бауманки сейчас.
Вершинин, Барук. Ай, чуть-чуть не получилось. Продолжим про наших сегодняшних финалистов. Попадание Бауманки вообще чрезвычайно неожиданное. Ну, они старались, они очень много работали весь сезон, и я считаю, они заслужили игру в финале. Но все-таки против Мобил все большинство ставили на Мобил своих переднюю линию. И такого очень серьезного игрока, которого не стоит оставлять один на один, это и Колчик, и Меликян. Но вот именно Бауманка в концовке смогла показать все свои борцовские качества. И Якухин бешеной трешкой, по сути, решил исход противостояния. И вот МГТУ в финале борется за попадание в Супер СБ, который состоится, напомню, 18 мая. УСС «Дружба». Пирогов. Первый. Рома. Второй точно. Попал. Размачивает счет. 0-1. ГТУ прессингует. Малаховку. Стас Крайнов с мячом. Средний бросок. Ну, палят на нем, конечно. Сразу же берут тиски защиты. Болельщики МГАВКа. Как никогда активны. Болельщики МГАВКа, скажем откровенно, они всегда активны. Стас Крайнов, первый точно. Я думаю, многим любителям студенческого баскетбола знакомо с кондирмением ГАП на трибунах. Крайнов, Вайсбург. Второй, тоже точно. Надо заметить, вчера болельщики Бауманки были не менее тихие, чем бывают болельщики МГАВКа. Надеемся сегодня на противостояние и трибун тоже. Перекличку они вначале уже устроили. А тем временем ГАВК неплохо прессингует МГТУ. Очень хорошо Вершинин. И фалит. Фалит. Кирвиченков Александр фалит. На восьмом номере это Кирилл Сидоров. МГТУ имени Баумана. И у МГАВКа тем временем уже три фала. Три командных фала. Счет 4-1. Вершинин. Дальний бросок не точно. Крайнов подбор. Кирвиченков. Сам. И далее ему. Пробежка. Ну так, на усмотрение судьи, скажем, все-таки момент, который был. Шел откровенного игрока. Можно было бы даже дать и полнападение. Бугаевский. Бугаевский на Кирилла Сидорова. Сидоров. Ой, какой тяжелый бросок. Мяч скачет по дужкам. Подбор, Фомин. Потеря. Опять Сидоров. И Вершинин. Стоит отметить, что Вершинин лидер команды МГТУ, естественно, и по очкам, и по подборам. Но он и выделяется своей фактурой среди них всех. Это, по сути, единственный чисто центровой команде. Мусуфарук. Бугаевский. Ой-ой, не успевают. И на последней секунде просто забили трехочковый. Степан Пирогов кладет в клатче. Крайнов заказал комбинацию. Ой, Крайнов чуть потери не сделал. Старцев на трехочковый. Не точно. Бугаевский разгоняет быстрый отрыв. Нет, не разгоняет. Тем временем сравнялся счет 4-4. Евгений Вершинин колотит сверху. И также активно защищается, прессингует Александра Печерского. Ну, конечно, после такого-то момента. Нервы напряжены. Фол. Старцев Михаиле. На поражение спалил. Это, по-моему, Пирогов был. 13-й номер, если не ошибаюсь. Что судья покажет? Да, по-моему, все-таки 13-й номер был. За удар по рукам на штрафных будет исполнять Старцев. И замена у МГТУ имени Баумана. За место Бугаевского выходит герой встречи с Мобил Сергей Якухин. МГАВКа тоже замена, вышел Волконский Денис. Вместо Ярюченко Александра вышел. Старцев первый не точно, второй тоже не точно. Но подбор остался. Да, дальний отскок забирает МГАВК. И Фомин, трешка. Не точно. И снова дальний отскок за МГАВКом. Крайнов выбирает. Ой, какой пивот. Опять не точно. Подбор опять за МГАВКом. Волконский, не точно. Сколько можно-то? Ребят, так можно и Шахтинов
пасть. Фалят на Старцеве. Юсуф Фарух фалит. Ну, конечно, сейчас Нгавка будет пытаться задавливать в краску игроков МГТУ имени Баумана. Все-таки Бауман поступает ростом немножечко. Ну, за исключением Вершинина. Но на Вершинина есть Пересыпкин при необходимости. Да. Тем временем 3 очка забивает Стас Крайнов. Это, по-моему, первые его очки сегодня, нет? Что? По-моему, первые очки Крайнова сегодня. А, сейчас же. Нет, не первый, он еще средний забил. А, как-то так, незаметно. Он забил, тем временем Пирог. Нет, Сиридов. Волконский Денис. И... А, не прошла передача, вспоминаю Александра. И Кухин перехватывает мяч. Показывает вторую комбинацию. Посмотрим, в чем она заключается. Сидоров забегал. Сложное забегание было. И трешка. Подбор Фомин Александр. Передача Александру Печерскому. И он сам. Ой, не точно. Что-то очень много мажут. Печерский 3. Не точно. Волконский взял подбор. Печерский, Фомин. Старцев. Опять нет. Кстати, во вчерашней игре Гав тоже очень много промахивался в первой четверти, но потом, видать, привыкли, взяли свою игру и стали набирать очки. Ну ладно, давай спишем это на небольшое волнение. Все-таки финал Москвы. Да. Передовая игра. Да. И фол. Тем временем заваливает Фомина под кольцом. Суфаров, по-моему, это был. Да. И тайм-аут, если я не ошибаюсь. Или замена. Нет, замена. Просто замена. У МГТУ имени Бауна масштабная такая. МГТУ уже больше 5 фолов. Прибывные. Масштабные по количеству людей замена. Итак, на площадке Гололобов Артем. МГТУ также вместе с ним вышел. Гавы без замены. Фомин пробьет. Два штрафных. Не точно. Очень мешают болельщики МГТУ имени Бауна сосредоточены на броске. А то они болельщики МГТУ имени Бауна какие-то. И второй тоже не точно. Прессингует Гав. А, еще Бауна. Кирилл Белов у МГТУ имени Бауна вышел. Под 10 номером. И 16 номер Игорь Решетников. Тем временем Белов на... Это Вершинин бил с дальней дистанции. Крайнов подбор. Ой, какая опасная передача, но все-таки вылавливает мяч Игорь Гавка. Волконский, потеря. Ну, запутался сам. Замена. Александр Яковиченков меняет Фомина Александра. Яковиченков, теневой лидер команды, который всегда может взорвать игру своими хорошими действиями. Хотя, скажем откровенно, у Мгавка в регулярном первенстве особо не было таких моментов, когда они должны были выкладываться прям очень на максимум. Болят на Якукине. Старцев упал. Два штрафных броска. Смотрим повтор. Ну и там не видно, кто свалил. 10 номер нам закрыл обзор. Первый не точно. Счет по 7. Замена. Выходит Дмитрий Пересыпкин вместо Александра Печерского. От студенческого баскетбола фактически. Ну, да. Крайнова прессингует. Он разбивает прессинг. Пересыпкин. Яровиченков. Скидка. Старцев. И фалят. Бьет по руке. 10 номер. Кирилл Белов. Старцев произойдет. Два штрафных броска. Первый точно. 8-7. Минимальная разница. Сыграли 6 минут первого периода. У Старцева надо реабилитироваться за первый подход к линии, когда он бросил 0-2. Второй не точно. Пересыпкин борется. И
получается у него взять подбор. И Букин с мячом. Показывает комбинацию первую. Сначала показал вторую, сейчас показывает первую. Решетников наверху. Что, он сам будет идти? Ой-ой-ой-ой-ой, тяжело. Тяжелый бросок и фол. Что такое? Кому? Фол Вершинину, если не ошибаюсь. Сейчас себе покажет. За задержку рукой. По-моему, все-таки Вершинину дали. Да, Вершинину фол был. Балконский Денис выгонит с боковой линии. КТУ расставливается для прессинга. Старцев, Крайнов. Ой, очень. Крайнову борьбу дали, неудачно. Пересыпкин падает на пол. Не отдает мяч. Неспорный мяч. Мяч по правому владения. Переходит МГТУ имени Баумана. Пока такая, достаточно серьезная игра в защите у обеих команд. 8-7 счет. Я думаю, она и продолжится. Все-таки за первое место играют. Ну, с другой стороны, Мобилу и Аркух тоже первую половину сыграли просто потрясающе обе в защите. Но потом все-таки такая феерия на рынок очков пошла. Особенно от Сергея Бондарева. Все время толкали меня. Отталкивает. Затолкали. Старцев. Старцев немного не своим делом. Кривиченков. Старцев. Три. Точно! Пойдет три очка. Счет 11-9. Вершинин. Вершинин. Сыпкин выбивает мяч. Замена. Михаил Конов. Конечно, Якухина. Сегодня как не могу выговорить. Михаил Конов входит на площадку, которая вчера в полуфинале тоже сыграл непривычно много по сравнению с регулярным перерывом. И сыграл очень хорошо, особенно в защите. Крайнов разводит мяч. Пересыпкин заслон. И Крайнов все-таки Крайнов падает, но забивает все-таки 2 очка. Тяжелый проход у него вышел. Михаил Конов заказывает первую передачу. Будет пытаться ее выполнить. Но непонятно, что он хотел сделать, откровенно говоря. Ой, чуть-чуть. Не точно. Подбор за Старцева. Волконский. Не точная передача. Конов. Михаил Конов известен своим нестандартным дриблингом. Известен на уличных площадках Москвы, да, как на Феникс. Уличных, особенно несколько лет назад. Да, сейчас да. Он уже немножко отошел, по-моему, от игры на улице. Но не так, как раньше. Повзрослел немножко, может быть. Перешел в большой баскетбол. Да. Но я думаю, что он еще может порадовать зрителей всякими интересными штуками и кроссоверами бешеными. Главное, чтобы это не во вред команде шло. А то, вспоминая его игры на стритболах, частенько это шло во вред команде. Ну, да. Показывает болельщиков Гавка. Ну, пока не очень довольны они. Все еще впереди. Александр Печерский выполняет штрафные броски. Первый не точно. Второй бросок от Александра Печерского. Точно. И три броска у него. А, нет. Дали. Третий тоже точно. Это первый. Михаил Конов. Ой, как на велосипеде всех прошел. Вот. И вот зря, по-моему, передачу ты делал, уже мог забивать. Но было бы Старцев. Очень красиво. Передача на Рученкова. Пересыпкин.
Лученко. Просит. 8 секунд. Просит заслон слева для себя. Но не пользуется. Сам! Нет, скинул Старцев. Ай, неудачно, неудачно. И 12,7 секунды до завершения первой четверти. 15-9. Лидирует МГАВК. Это финал, дамы и господа. Финал Москвы. Не хухры, мухры. Конов с мячом. Михаил Конов. Ой, зря. Ай, мячик хотел сказать, что зря он мяч взял в руки в середине площадки. Но его все-таки заставили это сделать. Кирилл Белов. Вершинина. Вершинин. Со средней кладет. 15-11. Печерский роль разыгрывающего. Меня сбило с толку табло. Я подумал, что оставалось 12 секунд. Нет, остается минута еще. Меньше минуты осталось до конца. Конов. Кого прессингует? 34 номер МГАВКа. Дает передачу на Фарука. Фарук. Первиченков. Перехватный неспортивный фол. Неспортивный фол. Зачем трогал? Фаруху. Непонятно. Фарук, это, кстати, какое это персональное замечание? Второе. Три игрока МГТУ уже имеют по два персональных замечания. Это Фарук, Белов и 13 номер Степан Пирогов. Юриченков Александр, штрафной бросок, первый точно. Ну, тут он и был один. Все-таки не спортивный фол. И владение МГАВКа. Пересыпкин. Лусак получает мяч. Старцев. Трешку. Точно. Тем временем Старцев набрал 11 очков. Лидер. Ну да, так на данный момент. Немножко неожиданно даже. Ой, неудачно. Перехват Ирвиченко. Удача. 22-11 счет. 12 секунд до завершения первой четверти. До конца играй, скорее всего. Да. Пересыпкин. Бросок. Бросок. Не будет бросать. Тоже. Нет. Все-таки нет. 22-11. С таким счетом завершается первая четверть. И это первая четверть. Бенефис Михаила Старцева. 11 очков. Михаил. Станислав Крайнов. 7 очков. Ну и 13-й, 15-й номер. Юриченков и Печерский. Печерский. Да, по 2 очка. 2 очка. МГАВКа. У МГТУ имени Баумана. У Вершинина 6 лидер очков. Да, Вершинин у 6. Пирогова 4 очка. И у Якуна 1 очко. Ну, это, собственно, ожидаемо, что МГТУ будет играть по большей части через Вершинина. Через свою башню. А процент попаданий с игры у МГАВКа 40%. У МГТУ имени Баумана всего 25%. Ну, откровенно говоря, скажем, не потрясающие проценты. Подборы у МГАВКа 13, у Бауманки 9. Обращу еще внимание на то, как бьет штрафные МГАВК. Всего лишь 58%, 7 из 12. Да, это не так много, это не тот процент, который обычно показывает МГАВК. Особенно Михаил Старцев, всего лишь 1 из 4. Странно, мне казалось, он 2 забил. Может быть, я где-то ошибся. Зато также очень любопытная статистика Александра Ивиченкова. 3 ассистирующие передачи и 3 передачи, с которых были забиты очки. В составе МГАВКа на площадке еще не уходили Антонов Михаил, Равчанин Адмир, Ахаплин Степан, Петросян Гер. Практически. И Свиридов Данила. Треть команды. Да, и Свиридов Данила. У Бауманки же не вышел на площадку только Мавсютов Никита и Бондарев Константин. Более широкая ротация в ГТУ. Но это стоит ожидать. Она все-таки команда, где фактически нет особого лидера. Ну, за исключением все-таки может быть Вершинина. Командной игрой берут. Именно команда с дисциплинированной игрой. Хотя, если посмотреть на статистику команды в сезоне, то если ассоциировать ее с командными взаимодействиями, то не очень много-то передач основных разыгрывающих. Якухин 2,9 всего лишь.
Зинькова Демьяна, так вообще одна передача. И, кстати, Зинков Демьян не заявлен. Тем временем начался уже второй период. Чуть потеряли мяч. Бам! Степан Пирогов рвался в отрыв. Пробежка. Пробежка. Пробежка у шестого номера. У Артема Гололобова, по-моему. А, это, по-моему, Якухин был. Александр Печерский заказывает комбинацию кулак. Сейчас будут пытаться ее реализовать. Еще раз. На Пересыпкина. Старцев. Ой, потеря. Почти потеря. Волконский средний. Не точно. Пересыпкин забирает. Пересыпкин, да. Гребет подборы. Старцев, Яровиченков. Три, точно. Загоняли по периметру Баумовку. Не успевала она в защите. Якухин. Вторая комбинация снова. Посмотрим, в чем он заключается. Якухин забегает. Заслон до Вершинина. Вершинин в усах. И... Сам, не точно. Нет. Нет, нет, нет. Пересыпкин забирает. Сидоров мажет лиап. Печерский. И снова Старцев. Да. А, нет, Яровиченко. Старцев на Яровиченко. Яровиченко снова три, но не точка. Абсолютно идентичная комбинация была. Якухин. Очень близко играют игроки МГАП на защите. Просит заслон. Еще один заслон. Остается 2 секунды на атаку. Пирогов. Не хватило ему физической мощи, чтобы донести. Выцепил мячик Старцев Михаил. Мячом до кольца. Один совсем стоит. Кривиченко. Старцев. Фол. Фол, конечно, фол. Вершинина или кого? Рубили на отмаш там. И замена. Готовим не Баумана. Решетников. Решетников вместо Юсуфа, по-моему. Нет, не вместо Юсуфа, вместо Пирогова. Два штрафных броска выполнил Старцев Михаил. Первый не точно. Что у него сегодня штрафным? Да, штрафной не идет. Трешки колотит и штрафные мажут. Может, будущий Джей Арколдов. И второй не точно. Минимальный процент у старта сегодня по штрафных бросков. Как потом в концовке не вышло для МГАВКа боком. Решетников. Пробежка. Пробежка. Сделал шаг. Остановился. И потом сделал еще один шаг. Первиченко скидывает Райнову. Новый Равиченко. Пересыпкин. Сап. Пересыпкина. Будет играть Сап. Элегантным крюком. Ветеранским, я бы сказал, крюком. Бэйби-хук в исполнении Дмитрия Пересыпкина. Одно из любимых его. Райнов пытался подставиться. Судьи ничего не свистнули. Был дальний бросок, не точный. Реченко взял подбор. Обыгрывает Вершинина. Передача на Волконского. Загружает Пересыпкина. Старцев. Ой, как все грамотно было сыграно. Абсолютно домашняя комбинация, заготовка. 29-11 тем временем, и МГАВ очень-очень уверенно ведет игру. Вот только такими мячами может довольствоваться МГТУ имени Баумана, тяжелыми из-под кольца, и больше никак. Пересыпкин. Крайнов. Сап! Снова 2 очка! Ну, такие ситуации для Крайнова, как 7-очки счет. Крайнов набрал, наконец-то, 11 очков, сравнялся со Старцевым по набранным. Шинин мажет. Снова мажет, Пересыпкин забирает.
Передача на Ярченко, Волконский во входе. Ой, какой-то немного непонятный бросок. Но фалят на нем. По-моему, не засчитывают. Не должны такие засчитывать. Совещание небольшое судей. Совещается, да. Не засчитывают. Да, не засчитывают. Мяч, два штрафных броска. Волконский Денис исполнил со штрафной линии. Замена Умгавка. А вот Степан Ахапкин. Вместо Ярыченкова. Напомню, что игроки Умгавка, Степан Ахапкин и Станислав Крайнов, участники матча звезд АСБ. СБ, да. А Крайнов, помимо этого, участник матча звезд НСБЛ. Также в матче звезд НСБЛ участвовал Ярыченков Александр. Да, что-то я его запалил. И тренером был. И тренером, да, Лапцев Анатолий. Ну, про тренера-то там вообще был абсолютно без шансов. Лапцев должен был быть тренером в одной из команд, в любом случае. Подбор. Волконский. Передача Печерскому. Крайнова. Фол. Отрывает руки. Ну, на повторе, если покажет, будет более видно. Фалят как надо. Если фалит, так фалит, чтобы не забили. Если смотрим. Ну да, да, конечно. Даже выпрыгнуть толком не дали. Тем временем, Станислав Крайнов, первый штрафной точный. А вам, дорогие зрители, я напомню о том, что МГАВК является действующим чемпионом АСБ. И Станислав Крайнов, Денис Волконский, если не ошибаюсь, и Ярвиченков тоже, и Пересыпкин Дмитрий, действующий чемпион АСБ. Но там практически не поменялся состав. Фомин также играл, да, в том так, году. Так же Фомин. Печерский. Из заметных таких личностей уход только Антона Ивченко, который сейчас играет в Белоруссии. Да, его нету. Ну, как мы видим, смогли кем заменить. Тот же Ярвиченков взял на себя какие-то функции, которые исполнял прошлогодним гавки Антон Интриков. Из новичков Антонов Михаил в этом году пришел. Равчанин, Адмир. Петросян, Петросян Гер, да. Но сегодня они не появлялись на площадке. Видать, доверяет ветеранам. Печерский. Не точно Анатолий средний Лаптев. Бросок. Бугаевский. Разгонял атаку. Но он все равно позиционно. Фарук. Заслон. Решетников. Ой, тяжелый какой бросок. Волконский подбор на Печерского. Сверху красиво. Алло! Печерский Александр навесил. Вот он один. Вот он один из моментов хайлайта. Да. На этом финала четырех. Этот повтор мы увидим обязательно. О! Блокшот красивейший. Да еще один хайлайт. Сразу же. Станислав Крайнов и в нападении, и в защите успевает. А то и MVP. Смотрим. Ой, какой блокшот, конечно. Сумасшедший. Бугаевский. Пробежка. Очень хорошая защита Умгавка. 36-13. Тем временем счет. Ну, откровенно говоря. Играет еще 4,5 минуты. Пока такое, можно сказать, избиение происходит. Причем Умгавка играет без фолов. Да, вообще без фолов. В этом периоде еще ни одного фола не получил. Фол. А я отмечу, что МГТУ в этой четверти пока набрало всего 2 очка, и это были 2 очка Фарука. Бешеные абсолютно. И получили уже 4 фола. И вот 4-й фол. Все дальнейшие будут пробиваться. Печерский заказывает кулак. Сейчас будут пытаться выполнить его. Ахапкин. Ахапкин. Крайнов. Средний. Точно! 38-13. Конов.
вышел на площадку. МГТУ, вторая комбинация. Забегает шестой номер МГТУ по трешку. В этом заключалась смысл комбинации. Фарук. Пробежечка, по-моему, кстати, у него там была. Но Фарук. Фарук просто выхватил подбор у Крайнова и у Фомина, по-моему. Втроем так выпрыгивали. Сейчас посмотрим, если будет видно отсюда. Да, вот Фарук, он как раз подбор. Высочайший прыжке. Печерский там был. Юсуф Фарук первый, не точно. Болельщики МГА помешают своим барабанам. Кинуть штрафную Софу. Тем временем Печерский разгоняет в атаке. На Волконского. Обратно Печерского. Трешка! Точно! Ну, скажу откровенно, защита Баумаки как-то вообще не впечатляет. Она не успевает просто за тем, как скидывает. Да. Все-таки надо было немножко подготовиться к финалу. Разобрать основные комбинации. Потому что уже какой раз оставляют в углах своих снайперов. Да. Игроки Московской государственной академии физической культуры. И они бомбят, бомбят и бомбят. Снова был фол. Станислав Крайнов на штрафной линии. Выполнит два броска. Первый. Точно. Двадцать два по второй четверти. Но это совсем уже неприлично. Второй тоже точно. 3:20 осталось играть во втором периоде. Конов разгоняет. Сыграли, но не точно. Вот это уже психологическое, по-моему. Психологический такой промах. Гав подобрал, но тут же потерял. Снова Баумка нападает. Вершинин. Вершинин забивает. Но, по-моему, фол Фаруку дают. Да, Фаруку фол. Да. Два очка засчитывает Фаруку фол. И два штрафных будет Фомин, исполнять. Фомин, скорее всего. Фомин. Александр Фомин на штрафной линии. Выполнил два броска. Болельщики Баумки активизировались. Точно. И сейчас сильнее, сильнее. Первый точно. Александр Фомин. Второй бросок. Тоже точно. Точно. Момент старцеву показывает. Тем временем прессинг. Жесткий прессинг от Гавка. О, потеря. Перехватили. Волконский. Дальняя передача на Фомина. Трешка от Крайнова. Не принял кольцо мяча. Выплюнул. Прессинг со стороны Мгавка. Вершинин. Ох! Тяжело было кидать, не забил. Фарук выцарапывает подборы, но никак не может забить из-под кольца. Очень плотная там защита. Защитники выше, чем он. Центровые Гавка значительно выше, чем Фарук. И очень проблематично Юсуфа сбивать в такой ситуации. Болельщики Гавка уже требуют сотню. Но учитывая ход игры, вполне возможно. Ахапкин! Я напомню, что Степан Ахапкин воспитанник с душой ЦСКА. Был когда-то он в составе молодежной команды. Ой, перехват Крайнова. Спорный мяч. Не смог судья увидеть от кого. Конов очень прямолинейно давал передачи. Замена. Он готовит мне Баумана. Кухин на площадке. О! Падает Юсуф Фарук на болельщиков. Мяч ставит зубам. Юсуф. И Кухин. Вершинин. О!
Фомин фалит на вершине. Фомин на поражение. Первый фол Александра Фомина. И второй фол Гавка. Командой. Да, командой. Счет 45-15. Минута 56 до конца. Плюс 30 у Гавка. Я думаю, болельщикам Бамонки надо поактивнее. Болельщики Гавка напоминает, то, что там Гав чемпион АСБ. Два штрафных. Мне кажется, эти они больше убивают мотивацию Бамонки сегодня. Первый не точный Евгений Вершинин. Но я должен сказать, что в КТУ, болельщики в КТУ все-таки должны тоже поддерживать свою команду. Да, поддерживают. А то при минус 29, при минус 29 без поддержки. Волконский с кольца не забил. Сидоров. Никухин. А Хапкин поставил спину и сделал подбор. Кучерский, извините, не Кучерский, Волконский. Волконский с левой руки, два очка с фолом, N1. Как нож сквозь масло прошел через оборону МГТУ имени Баумана. И будет выполнять еще один страшный бросок. Минута 27 до конца. Не точно, подбор. Опять не точно. Фол. Фол. Фол с стороны Кавка. Сидоров, Кириллов фол. Разве? По-моему, все-таки МГТУ разыгрывает. На площадке появился Антонов Михаил. Не-не, кому-то из Кавка дали фол. Да, Кавка все-таки был фол. Да. Никухин. Сингует. Отличная игра Печерского в защите. Никухин, кроссовер и фол. Признается Александр Печерский. Потому что свалил. Мяч за боковой. Четвертый командный фол у Гавка. Минута 10 до конца. И Кухин. Сидоров. И Кухин открывает на трешку. Не видит его Сидоров. Чуть было не теряет. Чуть было не теряет мяч, и на Фаруке фалят. Фол Александру Фомино. Пробивной. Но все-таки очень тяжелые мячи у Баумана. У Бауманского университета. Анатолий Лаптев недоволен фолом. Не нужно было фол. Получит потом. Небольшой такой. Юсуф Фарух тем временем забивает первый штрафной. Плюс 30. Минута 0-1 до конца. Первой половины. Второй не точно. Волконский подбирает. Тут же Фомино. Обратно Волконскому. Печерский. Скинет. И перехватил и Кухин мяч. Волконский. Ой-ой-ой. Удачная передача, но все-таки прошла до Антонова. Антонов два очка забивает в конце. Антонов плюс два. У себя делает прессинг. Первые два очка. 49-17. Сидоров. 25 секунд Вершинина. До конца. Ох, какой подбор Вершинин. Проход у него. Мимо, Волконский подбирает. Будут играть до конца, скорее всего. 10 секунд. Волконский ждет время. 5 секунд. Фол. Фол Сидорову. Волконский Денис пробьет. Вот, два штрафных броска. Но на самом деле клуб и фол. За 4 секунды. 4 секунды будет сложно. Целых 3 десятых. До завершения второй четверти и первой половины. Первый бросок. Волконский Денис точно. И 50 очков у Гавка уже в этой четверти. Второй не точно. Пас имени Едешко. О! Напоследок. Все-таки сделали они это за 4 секунды. Подсластили по завершению второй четверти, но 50-19.
чемпионская игра в Гавка. Пока, но мы все помним вчерашний полуфинал и что сотворил МГТУ имени Баумана. Поэтому расслабляться не стоит. Может поцарапывать просто победы, когда разница в счете достигает 20 и около того очков. Главное не расслабиться. Видно команде, которая ведет. Тем временем у нас перерыв. Сейчас Дмитрий Скрин, ведущий сегодняшнего финала четырех, будет развлекать публику. Давайте посмотрим статистику. С игры у Гавка 48% попаданий. У МГТУ имени Баумана всего 19%. Вот о чем мы и говорили. Ужасно мало. Подборы 28% у МГАВКа, 23% у МГАВКа. Прибавила она в подборах. Евгений Вершинин 10 подборов сделал. И 4 из 12. 33% попадания. И самое забавное, что это лучший процент попадания из всех игроков Бауманских. Интересно посмотреть процент попадания Старцева Михаила. 17%. 1 из 6. 17% со штрафного. Крайнов Станислав 100% бьет. Вервиченков и Печерский также 100% штрафные бьют. Еще так добавить, что Станислав Крайнов мало того, что 6 из 6 штрафных забил, только 5 из 6 бросков с игры. 24%. А, нет, 5 из 6 у него двухочковых. 6 из 8. Один из двух у него еще и трехочковый. 75% попадания. Кто выделился у трехочковой? 50% у Пирогова Степана. Один из двух. Один из трех с игры. Я думаю, стоит отметить и коэффициент полезного действия Дмитрия Пересыпкина, 1.19, который вышел на площадку, и вот за эти именно 8 минут Гавка и сделал такой внушительный рывок, там где-то 10-15 очков без отметок. Станислав Крайнов, 1.62. Ну, Станислав, понятно. Мы... Его выносим за скобки вообще. Я думаю, стоит сегодня надеяться, что на площадке появится и Данил Свиридов, и Адмир Равчанин, и Мерк. Но я думаю, ближе к концу игры они появятся. Ну, я думаю, Гав просто задел делают, и потом выпустят все-таки игроков поиграть. Конечно. Александр Яровиченкова, 4 передачи ассистирующие. Лучший ассистент. Давайте посмотрим на болельщиков, которые участвуют в конкурсах. Дмитрий Скрина. Ну, а Дмитрий Скрин развлекает публику. Там, по-моему, вышел даже кто-то с перевязанной рукой. Это я сейчас видел. Это. Болельщик Бауманки со сломанной рукой будет бросать одной рукой. Да, да, да. Как раз сейчас ставит вместе с мячом. В роли американки сейчас происходит на площадке. Ищет справедливости. Второй участник конкурса, но не находит ее. Дмитрий Скрин жесток, но справедлив. Вторая пара болельщиков у МГТУ имени Баумана, МГАВКа. Опа! Не совсем честно, Бауманка играет в этот конкурс. Малаховка отвечает тем же. Не спортивно. Дмитрий Скрин объявляет ничью во второй паре. Зато повеселили, тоже зрители побегали. Размялись в какой-то веке. Без постоянно сидеть.
Так, у нас сейчас третья пара болельщиков. Тоже. Они более спортивно играют. Боже, никто не может попасть по кольцу. Но с броском проблемы у обоих. Вот, какая-то забивает. Так... Все-таки это болельщики, а не игроки. Ну, многие болельщики тоже игроки, как-то. Но... Может быть, конечно, не уровня СБ. Но все-таки. Бывает, да, бывает, конечно. А уровня ПБЛ, например. Ой, кого-то... Слишком гафтил, оказалось слишком много, он перекинул кольцо. Считал. Это была его роковая ошибка. Но он сейчас выиграл. Я подумал, что это подтвердилось. Меня спутало их одинаковые по цвету футболки. Тем временем нам демонстрируют на экране. Повторы с игры. Хайлайты игры сегодняшней. Сепкин Дмитрий. Это его круг будет, скорее всего. Да. Да. Бэйби хук. В лучших традициях. Снова пересыпкин. Вот тут с передачей. Скидка будет, да. Да, то да. То очень хороший розыгрыш, когда Гав произвел. Четыре передачи. Вали всю защиту. Роль нападения Бауманка. Это Юсуф. Очень тяжелый мяч. Крайнов. А тем временем команда выходит на площадку для разминки. Гавк. Уже на площадке. А Бауманка, видимо, получает последнее наставление тренера. Да, Гавк уже пробует другое кольцо. Кидает. Бросает. Что можно сказать? Какие шансы у Бауманки выцепить эту победу? Ну, если они наконец-то, во-первых, начнут попадать хотя бы для начала. 19% попадания. Но это, конечно, все из-за защиты Мгавка. Стоит отметить, что Бауманка не так часто бросает из-за дуги. В принципе, можно попробовать разыграть вот эту вторую комбинацию с выходом игрока по лицевой на трешку у Бауманки. Но тут вопрос, позволит ли это им сделать Мгавк. Пока вот по первой половине, ну, скажем, откровенно, шансов не очень-то и много. Кстати, процент попаданий трехочковых бросков у Мгавка 48. Достаточно хороший процент для трехочковых. Почти как в родном зале. Малахов. У них стабильные, кстати говоря, двухочковые, трехочковые с игры. Все около 50%. И штрафные 60. И штрафные 60. Ну тут это у Михаил Стахов. У Бауманки же 19-17. Полезного действия у Бауманки все-таки намного ниже. Много отрицательных значений. Тем временем, когда у Мгавка нет ни одного отрицательного, по-моему. А сейчас у нас интервью... Анатолий Лавкев. Анатолий Лавкев, тренер Мгавк. Вот что происходит после первой половины? Как вы мотивируете команду в раздевалке? О чем говорите, когда преимущество после первой половины больше 30 очков? Ну, на самом деле, сегодня не очень сложно мотивировать, так как вчера Бауманка показала, что она играет до конца, и она после первой четверти проигрывала
Мабио почти 20 очков и сумела достать и выиграть, поэтому есть какие-то примеры, которые, за счет которых пытаемся как бы ребят заставить их сохранить настрой. То есть вы еще не начали готовиться к финалу четырех России? Нет, мы... Через 30, мне кажется, уже победа в кармане, разве нет? Ну, я считаю, что в финале расслабляться нельзя. В любом случае, финал есть финал, и поэтому... Не по телевизору, есть анекдот про собаку, поэтому все его знают, и, соответственно... Нет, конечно, вторая половина начинается со счет 0-0. Или это будет чисто тренировочная вторая половина? Нет, это будет игра нормальная со счета 0-0. Спасибо, удачи, хорошей игры. Сейчас мы услышали то, что Анатолий Лаптев не собирается расслабляться до конца этой игры и начнет вторую половину со счетом 0-0 и будет показывать все тот же баскетбол не в виде тренировки, а в виде действительно хорошей финальной игры. Ну, как-никак, это все-таки не какая-нибудь игра регулярки, где можно немножко поберечься. Это финал. Если команда сегодня... Ну, я, конечно, допускаю. Ладно, будем допускать такой вариант. Если все-таки МГАВ упустит преимущество в 31 очко и уступит, он не попадет в суперфинал АСБ. А это будет... Ну, это будет катастрофа. МГАВ. Да, для МГАВ это будет ужасная катастрофа, потому что МГАВ с начала сезона ставит высшие цели себе. Побеждать во всех турнирах. Да, в которых участвует МСБЛ, АСБ. Кстати, вышли в финал четырех МСБЛ, которые будут в Таллине. Скоро поедут. Так что да, друзья, не забывайте чекать сайт МСБЛ дополнительно. Там тоже очень много остается на футболе. И, конечно, заходите на сайт АСБ. Смотрите без опыта. Бауманка вышел на площадку. Также пробует кольцо. Пока обычный. До второй половины Ручьёк. Осталось 2,5 минуты. У нас снова показывают повторы. Тем временем игроки обеих команд колотят сверху. Сейчас интервью со Михаилом Давыдовым. Да, с Михаилом Давыдовым. Судья Дима Москва. Арбитр международной категории Алексей Давыдов. Насколько сложно это для международника судить такие матчи? Ты знаешь, Борислав, отличная игра, очень эмоциональная. Болельщики создают действительно такой большой баскетбольный праздник. Команды играют зрелищный баскетбол. Какие алиупы, какие проходы, какие броски сверху, горшки. Все есть. Судить интересно, эмоционально. Наверное, побегу, чтобы не потерять темп игры. Спасибо, хорошей игры, удачи. Я надеюсь, Алексей Давыдов, ты меня не обидишь, что я назвал Сергеем. Один из лучших молодых арбитров российского баскетбола вообще. Не то, что он сегодня является старшим судьей на финале 4-х АСБ Москва. Я думаю, это также показывает уровень. О, кто-то отжимается у нас в кадре. А, это известный врач, медик. Я не буду говорить его имени, я думаю, всем любителям московского баскетбола он известен. Стоит заметить, что в МГАВК приехали поддержать не только болельщики, но и преподаватели академии, работники деканата и даже ректор Сергей Германович Серенов поддерживает свою команду. Кто показывает заинтересованность руководства МГАВКа в победах команды. Несомненно, для игроков, я думаю, это тоже такой стимул. Мотивация. Выигрывать. Да, когда и играть хорошо, спорта. Радовать своих преподавателей. А тем временем у нас показательное выступление. На трех пальцах. Начинается вторая половина нашего финала. МГАВ скидывает с боковой линии. Станислав Крайнов с мячом разыгрывает, заказывает комбинацию врага. Сейчас будут пытаться ее выполнить. Печерский, Фомин. Трехочковый бросок. Точно! Гаевский первую комбинацию показывает в Бауманке. Пол нападения.
Вершинину, по-моему, дают. Да, за удар локтем. У Вершинина второе персональное замечание. Запомни, что первая комбинация МГТУ имени Баумана. Передай мяч Вершинину, усы и отойди. Старцев с мячом. Сегодня она не очень проходит. Фол Вершинина, еще один. Ну, на самом деле, учитывая, третье персональное замечание. Вершинина уже третий фол, это не очень хорошо. У этого имени Баумана нет. Крайнов с мячом. Больше такого центра. Сам. Сложный бросок. Нет, ну, скажем, не точно. Ну, скажем, что Станислав таки забивает 8 из 10 обычно. Сидоров пользуется заслоном Вершинина. Идет влево. Кольцо. Вершинин. Вершинин точно с левой руки. Он левша же вроде, да? Вершинин. О, не обращал внимания, к сожалению. Ну, я думаю, сейчас узнаю. Со временем Фомин. Фомин, Фолян. Пирогов Фомин. На Фомине. Два броска, скорее всего, будет пробивать. Фомин. Нет, не два, сбоку. Ну, странно как-то, на самом деле. Вторую комбинацию будет играть МГАФ. Александр Печерский показывает. Она заключается в выводе Старцева. Точно. Отличная сыгранная комбинация. Бугаевский. Находится за слоном от Фарука. Катает мяч по полу, чуть было не потерял его. Скидка. И... трехочковый, не точно. Крайнов подбирает. Игра ногой. Лукаевский за боковой выбрасывает мяч. Что у нас? Оп! Вершинин! Очередной хайлайт. Потеряли его, потеряли. Кто его держит-то? В этом составе МГАФКа. А, скорее всего, Старцев. Да, Старцев упустил его из виду. И Вершинин порадовал болельщиков. Сложный мяч забил. Красивым моментом, но не менее красивым моментом порадовал Станислав Крайнов. Бросок с разворота. Пора ему уже патентовать. Немножко уменьшили скорости в игре. Гавк не играет в прессинге. А Бауманка не спешит особо нападать. Сидоров со средней. Не точно. Фарук подбор. Сразу не точно. Крайнов подбор. Сам бежит. Скидка Старцеву. Фол. Фол. Фол у нас получает Бугаевский Михаил. И меняет его. Меняет его Якунин Сергей. Якунин. Старцев. Якухин. Якухин. Прошу прощения. Сегодня просим прощения перед Сергеем. Что-то мы сегодня с его фамилией заплутались немножко. Старцев первый не точно, второй. Да, наконец-то. Старцев забил штрафной бросок. Только я сказал о скоростях, и МГАК перешел в прессинг. Якухин. Против Печерского. Фарук. Против Пересыпкина. Опять Якухин. Оп. И неточная передача. Старцев. Ну, точнее, не то, что неточная передача. Да, в защите Старцев очень хорошо сыграл. Взялся просто из ниоткуда. Перекрыл движение передачи. Фарук. Трешка. Мимо. Но как борется Бауманка. Якухин. А это Белов забрал тяжелый подбор. Якухин против Печерского, против Пересыпкина. А не Пересыпкина, это Волконский был. Да, и Волконский фолит. Якухин, два штрафных броска. За толчок. Оказывается, фолом. Печерского меняет Михаил Антонов. Yeah.
Болельщики уже все... Болельщики МГАВКа встали, они уже не могут сидеть, они довольны игрой. А тем временем болельщики МГАВКа сели. Но поактивнее им надо быть, поактивнее. Еще не все потеряно. Тем более в студенческом баскетболе. Нет, пробежка. А, пробежка. Вспоминаю. Подтягивал опорную ногу. Снова прессингует МГАВ. Якухин. Вот Фадонова. Лично. Перешли на личную защиту МГАВ. Вершинин. Белов. Свиридов. Старцев не может найти игрока, за которого должен защищаться. Якухин против Антонова. Раскачивает того, проходит правую сторону и фол. Фол то ли у Фомина, то ли у Антонова. Антонова фол. Да, Антонов толчок. У Михаила Антонова это первое персональное замечание. 58-26. Якухин Сергей, первый штрафной точно. Второй мажет. Антонов подбирает пас Фомину. На Фомине болят. Болит Свиридов. Он пробивает. Анатолий Лаптев недоумевает. Просит неспортивный. Но судьи не дают неспортивный. И Анатолий Лаптев продолжает недоумевать. Александр Фомин. Два штрафных броска. Первый. Первый мимо. Точно. Ну, фол уже оправдан. Хотя бы наполовину. Но я могу сказать, что у двух второй игроков у КТУ по 4 фола и у трех игроков по 3 фола. Ну да, тяжелая ситуация. Тем временем Исов Фарух забивает. Красивые два очка. Кольца. Райнов. Ну, опять фол. Якухин. Ну, таким вообще темпами, я думаю, что... Якухин вообще... это первое персональное замечание, кстати говоря. Якухин талант, но остальные игроки, у кого 4-3, такими темпами они будут доигрывать четвертую четверть пятером. Крайнов первый штрафной, точно. Второй, точно. МГАВКа снова прессинг. Белов. Якухин. Обкрадывает Антонов. Антонов Михаил. Старцев. Теряет. И Старцев перехватывает. Комедия ошибок. Фол. И фол у шестого номера МГТУ имени Баумана. Гололобов Артем получает фол. Это его третье персональное замечание. Старцев. Это походу показывает. Неужели он стал забивать все-таки штрафные? Сейчас посмотрим, как он кинет второй штрафной бросок. Нет. Нет. Это было секундное помутнение. Тем временем нам на секунду показали болельщиков. И, судя по всему, это были болельщики МГТУ имени Баумана. Фол в нападении получил Антонов Михаил. Ну, надеюсь, хотя бы этим болельщики Баумана будут довольны. И улыбнутся пошире. Конов Михаил с мячом. Якухин, по-моему. Трехочковый, не точно. Конов снова с мячом. Белов. Юсуф просил мяч, Белов не отдал. Потеря. Потеря. Зря не отдал. Тем временем Решетников. Прошло почти половина третьего периода. Счет 61-28. Гав, как и обещал, начал играть с нуля. Активно использует прессинг в защите. Ну, одним словом, Гав уверенно ведет игру к победе на данный момент. Яровиченко. Антонов.
Ай, рано Полковский подбор стартов. Из-под кольца 2 очка. Конов. Первую комбинацию заказывает Михаил. Лесов. Очень плотная защита МГАФа. Очень плотная. И опять решетник раньше времени выпрыгивает. На крайного. Не стал он бежать. Решетникова немного большие трудности с таймингом. Волконский, красивая передача Старцева. Опять наверх. Майку заказывает Юровиченко за 7 секунд до конца атаки. Заслон. Волконский, точно. Пошла комбинация как по маслу. 55-28. Конов Михаил, резкая передача. Не возымела она успеха. Антонов Михаил бежит, разгоняет. Обыгрывает. Ой-ой-ой. Как на велосипеде. Обыграл пол команды и забрался под кольцо, где заработал на себя фолы. Жаль, не забил. Был бы очень красивый момент. И тайм-аут, если не ошибаюсь, берет... Бауманка. Да, Бауманка как раз. И у нас группа поддержки Чикаго. Время тайм-аута будут нас развлекать. Что мы можем сказать по пройденному? Да все то же самое. Пока МКАП очень уверенно ведет игру, забивает со всех дистанций, давит в краску, бросает стрешки. И, что самое главное, очень плотно и очень жестко защищается. При этом получает гораздо меньше фолов, чем, да, чем Бауманка. Бауманке сложно в защите, действительно. МКАП вообще ни одного человека не имеет. 4 персональных замечания и 3 персональных замечания. Фомина. Да, и только у Фомина. А тем временем у Бауманки пол команды висит. Команда выходит на площадку. И Антонов Михаил будет выполнять 2 штрафных броска. Первый точно. Второй также точно. Опять прессинг от МГАФКа. Якухин. Исов Корок с мячом. Якухин, Конов. Вершинина. Порук через руки бросает. Подбор Волконского. Крайнов не спешит бежать. Очень уверенно. Разыгрывают. Расставляет Станислав Крайнов своих игроков. Первиченков. Крайнов 3 очка. Не точно. Передняя душка. Якухин. Быстрая передача. 3 очка не точно. Антонов опять бежит. Бежит в кольцо. Ой, какой проход. Евростеп в исполнении Михаила Антонова. Антонов небольшой игрок, маленький. Но стоить его очень проблематично. Очень и очень юркий. Михаил Антонов, 92-го года рождения. Если не ошибаюсь, как ты говорил, Антон, он... В этом году первый раз. Да, он новичок команды. Да, новичок команды МГАФКа. Футбэк в исполнении Михаила Конова. 69-30. Плюс 39 очков. Ну, пока без шансов. Первиченков просит мяч. Плохой пас. Это небольшая расслабленность, как мне кажется, все-таки. Поддерживает друг друга. Первиченков, Крайнов. Вышел на площадку Равчанин Адмир. А и МГТУ также замена. За место 4-го номера Сергея Якухина вышел Кирилл Белов, 10-й номер. Подставлялся Антонов Михаил, но судьи показали ему вставать.
Довольно сложно придется Равчанину Адмиру, новичку команды. Ему всего 18 лет против Вершинина играть. Ну, зато какой опыт. Очередные 3 очка. Или 2. От Станислава Крайнова. 2. Конов Михаил с мячом. Адмир. Равчанин Адмир берет под перехват. Юсуф. Пирогов сверху. Двумя руками сверху. И какая глупая потеря. Бауманка прессует гафт, и гафт совершает потерю. 71-32. Пирогов, 3 очка. Не точно. На эмоциях. Пытался забить трешку. После данка Антонов, своего. Балконский. Равчанин. Антонов, Балконский. Фолит. Фолит Вершинин. У Вершинина 4-е персональное замечание. За минуту 2 секунды до завершения 3-й четверти. На площадке в первый раз появился Петросян Гер. Он заменил Антонова Михаила. Скорее всего, дали Михаила отдохнуть и немножко дать наставлений. Ну, теперь осталось только появиться Данил Свиридову. И все игроки МГАФа будут задействованы. Против Конова играет Петросян. Ну, достаточно тоже такая непростая задача. Михаил очень резкий, быстрый. А тем более ему помогают заслонами активно. Ну, это что-то непонятное было. То ли его накрыли, то ли он сам вылетел. Вылетел мячик, скорее всего, из руки просто. А, не, банку ему поставили. Потому что и как раз разыгрывает Бауманка. Пирогов снова сам. Бьется под кольцо. Не точно, Вершинин добивает. Один добивает. Крайнов. Волконский. Петросян. Не очень хороший пас Крайнова. Ервиченков 3. Не точно. Пирогов подбор. Ервиченков прессует и удачно. Потеря. Извиняется Конов за слишком жесткий фол против Ервиченкова. Лаптев дает указание Петросяну. Ервиченков пройдет 2 броска со штрафной линии. Первый не точно. Семнадцать секунд до конца третьего периода. Содержит 29. 40 очков разница. 74-34. МГАФ прессингует. И снова фол. И снова Конов. Нет, не Конов. Не Конов? 10 номер фалил. Это Белов, Кирилл. 4-й фол у него уже. Равчанин Адмир. Вот бросает 2 штрафных броска. Первый точно. 75-34. Это первые очки Адмира в этой игре. 11 секунд до конца. И второй тоже точно. Тут же прессинг от МГАФКа. И опять почти Адмир. Перехват. Почти перехватили. Немножко не хватило. 2 секунды до конца. Надо бросать. Не успели. Дорогие друзья, может быть, я, конечно, поспешу и убью всю интригу для вас, но, на мой взгляд, 42 очка за 1/4 четверть не отыгрывается. Но все бывает. Бывает все. Будем надеяться хотя бы на то, что Бауманка хоть как-то встрепенется и заиграет. Самое главное, поактивнее в защите. Да. У Бауманки 4 фола. Набрали не без фолов, да. 4 очень важно. Человек уже. Пирогов, Вершинин, Белов и Сидоров. МГАФКа же
Только три фола набрал Фомин Александр. Тем временем Гав с каждой четверти повышает свой процент попаданий с игры. Теперь он уже 52. У Бауманки он 23. Больше, чем в два раза меньше. И штрафные 63-50. Подборы, Гавка 38, у Бауманки 32. Но это не так, не такой большой разрыв. Но хотелось бы отметить ассистирующие передачи. У Мгавка 16, у Бауманки только 8. Также перехваты. 12 у Мгавка, 8 у Бауманки. И особенно на ней перехватов отметился Александр Яровиченков, который помимо трех перехватов, у него также 5 передач и 6 очков. Очень универсально играет Александр. В команде Бауманки больше 10 очков набрал только Евгений Вершинин. Он набрал 15 очков. В команде Мгавка 17 очков набрал Старцев Михаил. И 25 очков набрал Крайнов Станислав. У Крайнова помимо 25 очков еще и 7 подборов. Из них 2 нападения. Начинается 4-й период, последний период финальной игры. Также хотелось бы отметить. Москва, чемпионат АСБ. Вершинец с мячом на трехочковый. Будет решать сам, скорее всего. Нет, скидка. Снова Вершинец средний. Не точно. Также что хотелось бы отметить. Равчанец подбирает. Что да. У Михаила Старцева игроки Бауманки палили аж 8 раз. Но только Старцев не очень часто их наказывал. 3 из 10 со штрафной. К сожалению, да. Ну, что-то сегодня у него со штрафными неладное. К сожалению, для болельщиков Мгавка, скажем так. Ну да, к счастью, для болельщиков Бауманки. Ну, такому. Счастью, сладкому, но не очень. Учитывая счет на табло. Из-под кольца выкидывает Бауманка. Вот это уже наигранная комбинация. Равчанин опять перехват. Крайнов с мячом. Пытались они Алёпчик снова отыграть. Ервиченков в краю. Загружают молодого центрового. Пробежка была. Пробежка, да. Равчанин пытается использовать свое преимущество в габаритах. Перед Юсуфом, перед Вершининым, именно в мышечной массе. Мне кажется, они примерно равны по весу. Ну, сейчас можно посмотреть по протоколу. Хотя Вершинин заметно выше. Равчанин 198-96. Вершинин 205-88. Ну, 10 килограмм, 11. Ну да, Артур вполне может пользоваться преимуществом мышечной массы. Костя. Тем временем Бугаевский средний бросок. Продемонстрировал хороший дриблинг. Раскачал оппонента и забил со средней. Крайнов. Потеря. Делает скидку на Волконского, но Волконский не смог взять эту передачу. Теряет Крайнов, естественно. Пирогов. Бауманка атакует. Боевский. Против Петросян. Болельщики Мгавка очень сильно мешают нападать все-таки. И взаимодействовать даже голосом, мне кажется, там мало что слышно. А игрокам Бауманки, в то время как Бауманка как-то приутихла. Ну, я скажу такой момент, отмечу, что вообще игра за третье место, она была мало того, что по напряжению, так и болельщики более активно болели, и их было побольше. Все-таки. Да. Вообще я считаю то, что когда болельщики активно все-таки болеют за команду, какая-то ответственность у игроков появляется перед болельщиками, и у них больше мотивации. Какой-то нерв все-таки появляется, да. Игроков, которые Ревиченков опять получает в углу, но не точно. Волконский Крайнов. Забирает подбор. Крайнов. Мимо. Дальний бросок мимо. Пирогов. Бугаевский. Оу. Падение.
попадали. Фомин выходит на площадку. Благо без травм. Заменяет он Волконского Дениса. У Бауманки тоже замена. Выходит и Кухин Сергей. А выходит и Кухин. ГТО будет скидывать из-под кольца. Вершинин. Средний. Не точно. Недолет. О, то ли банан. Не дали кинуть. То ли он сам его выронил. Отсюда Вершинина. Уже не понять. Два очка. Пирогов. Два очка забивает. Крайнов, Вершинин. Вершинин. Скидка. Еревиченко. Вершинин. Да. Простите, уже заговариваюсь. Равчанин сам. Тяжелый такой силовой проход был. Якохин с мячом. Свиридов. Сидоров, извините, Сидоров. Якохин снова с мячом и... Якохину! Банка! Ставят глубшот. От Равчанина, от мира. Сидоров. Валят на нем. Фол. По мину Александру. Четвертый фол. Персональное замечание. И Сидоров Кирилл. Замена на место Равчанина. Будет выполнять два штрафных броска. Равчанин сел на скамейку сейчас. Гавка. К сожалению, не заметил, кто вышел. По-моему, Петросян Гер. А нет, Ахапкин Степан вышел. Вместо Равчанина. Еще раз. Ранний вход в зону. Заступал. Игрокам гавка. Нервы. Драсян Гер поставил спину, забрал подбор. Учиться кольцо. Атаку. И Яровиченко. Два очка из-под кольца. Петросян Гер. Результативная передача. И очень плотно защищается против Якухина. Ну и правильно делает. Якухин превосходит его в росте. Стоит заметить, что у Баумки не было еще ни одного фола в этом периоде. Когда гавка уже два. Ну, ребята держатся, учитывая, что до этого они ухвалились очень прилично. Решетников сейчас выйдет у Бауманки. Тем временем Юсуф два штрафных будет исполнять. 4 минуты сыграли в этом периоде команды. Болельщики МГАВКа по-прежнему требуют сотню от МГАВКа. Ну, теперь она не так явна, не такая явная сотня. Возможно. Вершинин тем временем садится на скамеечку запасных. Решетников завис на него. Барон Хрисов первый штрафной промахивается. И, по-моему, Фомин вышел вместо Яровиченко, мне кажется. Печерский вышел. А, Печерский. Фомин был. Снова фол. Петросян Гер. Первое персональное замечание. Болельщики МГАВКа не понимают, почему Петросян Гер получил фол. Но... Ректор МГАВКа подал мяч в судье. Свою удачу передал там мячу дополнительно, чтобы сотни набрали. Да, да. Сидоров пытался выловить не фол. Очень удобную передачу. Фол дают Станиславу Крайнову. И в итоге свалили на том же Сидорове, по-моему. Остался это третье персональное замечание. Гавка уже 5 фолов. Тем временем 5 минут 47 секунд до завершения четвертой четверти. Будем пока говорить четвертая четверть. Первый точно у Кирилла Сидорова. Так уж и будем держать интригу. Подбор Станислава Крайнова. На нем фолят. 14. Удар по руке. Номер. Бондарев Константин получает замечание. Или нет? Его нет. Не увидел. Константина нет на площадке. Да. Нет его. Якухин, скорее всего.
Ахапкин, Фомин, 3 очка. Точно! 81-41. 40 очков. 5 сегодня минут. Сегодня у Фомина тоже очень неплохо. С трешками дело идет. Крайнов, подбор на своем щите. Фол, Пирогова. Прессингует Крайнова, и Крайнов зарабатывает. Да нет, за Буковой должно быть. Фалят на нем. Данил Свиридов вышел на площадку. А тем временем у Пирогова, у МГТУ имени Баумана 5 фолов. Сегодня на площадке он больше не появится. Данил Свиридов поменял Александра Фомина. Ахапкин. Петросян. Петросян загадывает рога. Данил Свиридов получает мяч. Печерскому. Свиридов. Средний бросок не точно. Средний. Мимо. Конов. Якухин. Снова Конов. Что же он придумает на этот раз? Скидка. И фалят по руке. Вот такие мячи надо забивать из-под кольца. 81-41 плюс 40 за 4 минуты 28 секунд. Юсуф Фарух первый штрафной, точно. Второй. Второй также точно. Девятое очко. Юсуф Фарух сегодня. Плюс 38. Сократили немножко преимущество. Гавка, игроки МГТУ имени Баумана. Станислав Крайнов, трешка. Алексей Давыдов поймал мячик. Поймал что... пас от Данила Свиридова. И показывает, что мяч Бауманки. Отдал мяч от имени Баумана. Михаил Конов снова с мячом. Сделал скидку, которую не ожидал Сидоров Кирилл. Мяч у Бауманки остается. Баумка скидывается под кольца. Якухин, Якухин! Трешка. Тяжелая трешка. И фалят. Фалят на Сидорове. На Сидорове. Данил Свиридов фалит. Так, Данил, это первое профессиональное замечание. 3.55 до конца. Тем временем Сидоров Кирилл первый штрафной промахивается. Второй тоже не точно. Ахапкин, Степан, подбор. Данила Свириды. Данила бежит через всю площадку. Дает пас Крайнову. Мгер. Петросян. На Данилу. Печерский. Печерский пытался поймать на переходе. Точно! Идет Печерский. 3 очка. 84-43. Как думаешь, успеет ли МГАФ набрать 100 очков, которые просят от них болельщики? 16 очков за 3.19. Ну, в принципе, возможно. Тем более, учитывая, что сейчас на площадке резервисты. Если они еще старт выпустят. Ну, я думаю, Андрей Лаптев не будет этого делать. Даст поиграть игрокам. Даже и резервистами они вполне могут 16 очков набрать. Опа-на! Тот же Крайнов сейчас еще на площадке. Баумка все равно рвется, борется за каждый мяч. А больше ничего и не остается. Никак. Не опускают руки, это главное. Да. Свиридов выкидывает мяч. 8 секунд. Нарушено правило 8 секунд. 3.10 до конца. Баумка крайне аккуратно защищается. Всего два фола набрала в этом периоде.
Коконов. Головов. Никухин. Врезается просто в Равчанина. И кто-то из игроков Гавка, видимо, Равчанина задел мяч. Нужно остается у Баумутка. Баумутка будет выкидывать из-под кольца. Игохин открывается. Попытка Трохачкова броска не точно. Подбор за Бауманкой. Конов. Фол. Тросян Гер получает второе персональное замечание. Никухин будет исполнять два штрафных броска. Плюс 41 Гавка. За 2.40 до конца. Мне кажется, не наберутся. Вряд ли. Да. Никухин второй забивает. Гер. Против Никухина. Продирается. Защитные редуты и прессинг. Судьи мяч отдает в бытовой имени Баумана. И Бауманка. Снова с мячом. Разброс по периметру. Никухин снова рвется кольцо. О, тяжелый. Равчанин его там встречает. Тяжело пытался из под руки. Адмира. Да, Адмира. Вынести мяч. И не забил. Но мяч остается у Бауманки. Конов уносит. Трехочковый, не точно. Мяч у Адмира, бежит сам. Крайнов. Антонов. Свиридов на Равчанина. Закрутился, завертелся. Нашел Крайнова. Крайнов средний, нет, точно. Никухин берет подбор. Бежит в атаку. Минута 50 до конца. 3 очка. Попытка Трехачкова, не точно. Конов, мимо. До конца, не точно. Юсуф берет подбор, опять не точно. Крайнов с мячом. На Антонова. Уверенно. Уже подводить такие небольшие итоги. Фол. Выигрывает. Ахапкин решил продемонстрировать силовой проход. Валит решетников игр. Ахапкин Степан выполнит два броска. Кстати, не знаешь, почему МГТУ имени Баумана нумерация идет с четвертого, с минимального, и по порядку. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый. Такое не часто встретишь, и... Ну, я думаю, это все-таки решение игроков. Когда я играл за студенческую команду, у нас было любые номера, а у кого-то так. По-разному бывает. Тем временем Адмир лежал на площадке, выкинул мячик хоть куда-нибудь. И этот мячик подобрала Бауманка. Гололобов. Фол. Фол Адмира, по-моему, нет? Равчанин Адмир лежит на полу. Да, да, да. Возможно, получил травму. А нет, все хорошо. А хромает. Все-таки хромает, да. Потянул, скорее всего, ногу. Будем надеяться, что все хорошо, и он будет готов к суперфиналу АСБ, кстати, который да. произойдет, случится, наступит 18 мая в СССР «Дружба». Друзья, приходите, суперфинал АСБ. Тем временем первый штраф, но от Голубова Артема точно. Второй, не точно. Данил Свиридов и Степан Ахапкин не могут разобраться, чей мяч. Вверх. Что там произошло? По крайней мере, мяч из-за боковой выносит МГТУ имени Баумана. Минута. До конца игры.
Плюс 42. 41. Петросян перехватил мяч. Крайнов. Старцев. Ой, извините, Старцев. Антонов забивает с фолом Антонов. Антонов, да. Конечно, Антонов. Восемь, 8:45 за 49 секунд. Антонов, штрафной бросок, не точно. Конов с мячом. Заказ вторую комбинацию. Два очка. От Решетникова Игоря. Я думаю, стоит подводить небольшие итоги. Победа Гавка очень уверенная. 40 очков, в принципе, не... Крайнов трехочковый, точно! Сегодня в победе. Очень-очень мало было сомнений. Я думаю, что все-таки МГАП проиграет никто имени Баумана. Бауманцы пытались навязать игру, но смогли продержаться только первую четверть, к сожалению. Да, далее уже мастерство. Антонов тем временем накидывает Крайновый. Крайнов в прыжке. Физическая и тактическая обученность игроков МГАП все-таки замела. Результат. Остается буквально 1 секунда 9 десятых до конца. Организаторы уже готовы к церемонии награждения. Малахов не будет атаковать. Ну, конечно, просто подкинет мячик. Итак, в финальной игре за первое место дивизиона Москва чемпионата АСБ выигрывает МГАФ со счетом 93-47. Скорее всего, самым ценным игроком станет Станислав Крайнов, который в финале набрал 30 очков. Но сейчас мы все узнаем. Сейчас состоится церемония награждения. Сергей Крюков, исполнительный директор Ассоциации студенческого баскетбола, появляется на площадке. Сейчас, скорее всего, у нас будут какие-то интервью с игроками, с тренерами. Нам несут статистику. Да. Болельщики МГАВКа выбежали на площадку, поздравляют команду, обвешиваются баннерами, всячески радуются. По статистике, МГАВК, Станислав Крайнов, 30 очков, 10 подборов. Дабл-дабл Станислава сегодня. Старцев, 17 очков. И две передачи. И помимо этого на нем еще свалили 8 раз. У Старцева с игры 75% реализация. А со штрафных всего 30%. Универсал Ярвиченков Александр. 8 очков, 5 передач и 3 перехвата. Тем временем у нас празднование на площадке. Очень активное. Денис Волконский. 8 очков, 12 подборов. Так, тихой сапой. Почти дабл-дабл сделал. У МГТУ имени Баумана выделялся, естественно, Евгений Вершинин. 15 очков, 12 подборов. И Юсуф Фарук. 9 очков, 10 подборов. Почти дабл-дабл у Юсуфа. Тем временем у нас... На площадке все идет празднование. Болельщики МГАВКа никак не уходят. Не хотят уходить с площадки с огромным баннером. Возглас молодцы. Кричат молодцы. Сотрясает с дешев Тринта. Игроки МГАВКа одели футболки чемпионов АСБ дивизиона Москва. Заслуженно. Активно идет фотографирование на площадке. Алексей Атаманычев, менеджер МГАВКа, также на площадке. Пытается организовать как-то этот хаос все-таки. Возвращает болельщиков на трибуны понемножку. Нам показывают повторы последнего периода.
Бугаевский. Фарух добивает. Бросал, да, и Фарух. После подобного нападения забил 2 очка. Тем временем МГАФ в полном составе выходит на площадку в чемпионских футболках. Также тут и МГТУ имени Баумана, и Мобил. Я видел Мобил, да. МГАФ уже заслуженно занял место в середине. Ждут другие команды. Пересыпка на Дмитрию. Футболочка немножко мала. Не успели сделать нужный размер. Появляется и вот Бауманка, появляется и Мобил. Все готовы к церемонии награждения и торжественной речи официальных лиц. Болельщики поздравляют команды. Фотографов просят поближе всех встать, чтобы была общая фотография. Всех вместить достаточно проблематично будет. И ведущий Дмитрий Искрин начинает церемонию награждения. Исполнительный директор Ассоциации студенческого баскетбола Сергей Владимирович Крюков будет говорить торжественную речь. Сам по себе этот вид спорта уникален. Здесь будет страсть, эмоции. Сегодняшние, вчерашние игры будут полное подтверждение. Сегодня шла борьба на каждом центральном площадке. Счет не отражает накал борьбы, страсть, эмоции, которые заражают всех участников этого мероприятия. Я уверен, что каждый из нас, кто сегодня будет победить, Сергей Владимирович Крюков, исполнительный директор АСБ, сказал, произнес очень торжественную речь, да, проникновенную. Александр Геннадьевич Новожилов. Следующим из официальных лиц. Будет вести речь. Очень грамотную речь сказал Новожилов и напомнил о финале, суперфинале. Суперфинале и пожелал спортсменам самого главного. Без травм. Поменьше травм. Самое-самое важное. Представляют ректора Московской государственной академии физической культуры Сергея Германовича Сиранова. Thank you.
нам показывают медали. Первым будет награждать победителей. Сергей Геннадьевич, как всегда, сказал свою длинную речь. Ну что ж, а сейчас еще больше слава. Лучшие игроки финала 4. Сейчас будут объявлены лучшие игроки финала 4. АСБ Москва 2012-2013. Сергей Бондарев, лучший защитник финала 4 АСБ в дивизион Москва от стат студенческого баскетбола 2012-2014 годов. Команда РГУФК Смита. Сергей Бондарев заслуженно заслужил эту награду.